Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы с вами готовимся к всероссийской проверочной работе по русскому языку. Запишем текст под диктовку и выполним два задания к этому тексту. Хочу напомнить, что на выполнение первой части тренировочной работы по русскому языку дается 45 минут, и она включает в себя три задания. Я пользуюсь вариантом, в котором 25 пробных заданий по подготовке к всероссийской проверочной работе. Задания типовые, то есть примерно такие диктанты могут быть на самой проверочной работе. К новой официальной версии по ВГОС. Предыдущие работы и работы из другого пособия есть в плейлисте «Как подготовиться к ВПР» или «ВПР по русскому языку в 4 классе». Итак, сегодня мы с вами напишем текст под диктовку. Послушайте весь текст. Называется текст «Летний лес». Хорош лес в ясный летний день. Ты идешь по тропке, любуешься красотой, слушаешь замечательные звуки. То сыч прокричит, то кукушка закукует, то лягушки заквакают на болоте. По деревьям пробегают лучи солнца, а листва утопает в волнах теплого света. Воздух свеж и наполнен ароматом трав, цветов, ягод. Забираешься в самую глушь. Вдруг под ногами начинает хлюпать вода. Это в траве бьет ключ. Зачерпываешь холодной воды, умываешься, и усталость как рукой сняло. Наберешь лесных цветов и возвращаешься домой. В этом тексте 78 слов. Давайте запишем название этого текста. Летний лес. Летний лес. И записываем первое предложение под диктовку. Хорош лес в ясный летний день. Красная строка. Хорош. Лес в ясный летний день. Проверяем. Хорош лес в ясный летний день. Ты идешь по тропке, любуешься красотой, слушаешь замечательные звуки. Записываем. Ты идешь по тропке, любуешься красотой, слушаешь замечательные звуки. Слушаешь замечательные звуки. Конец предложения. Обратите внимание, ты идешь по тропке, любуешься красотой, слушаешь замечательные звуки. Предложение с однородными сказуемыми нужно поставить запятые. И обратите внимание, что глаголы у нас второе лицо. После шипящих пишется мягкий знак. Следующее предложение. То сыч прокричит, то кукушка закукует, то лягушки заквакают на болоте. Записываем. То сыч прокричит,
что кукушка закукует. То лягушки заквакают на болоте. Конец предложения. То сыч прокричит. Одна грамматическая основа. То кукушка закукует, то лягушки заквакают. Предложение по составу сложное. Нужно поставить запятые. Следующее предложение. По деревьям пробегают лучи солнца. По деревьям пробегают лучи солнца. Конец предложения. По деревьям пробегают лучи солнца. Следующее предложение. А листва утопает в волнах теплого света. А листва утопает в волнах теплого света. А листва утопает в волнах теплого света. Воздух свеж и наполнен ароматом трав, цветов, ягод. Воздух свеж и наполнен ароматом трав. И идет перечисление, тоже нужно ставить запятые. Цветов, ягод. Проверяем. Воздух свеж и наполнен ароматом трав, цветов, ягод. Следующее предложение. Забираешься в самую глушь. Забираешься. Обратите внимание, опять второе лицо. После шипящего нужно написать мягкий знак. В корне буква И. Забираешься в самую глушь. Здесь мягкий знак, потому что третье склонение существительное. После шипящих пишется мягкий знак. Забираешься в самую глушь. Вдруг под ногами начинает хлюпать вода. Вдруг под ногами начинает хлюпать вода. Конец предложения. Вдруг под ногами начинает хлюпать вода. Это в траве бьет ключ. Это в траве бьет ключ.
Второе склонение, мягкий знак не нужно. Это в траве бьет ключ. Зачерпываешь холодной воды, умываешься, и усталость как рукой сняло. Записываем. Зачерпываешь. Холодной воды. Умываешься. И усталость как рукой сняло. Как рукой сняло. Предложение по составу сложное. Две грамматические основы. Зачерпываешь, умываешься. Вторая грамматическая основа. Усталость сняло. Соединенное союзом и, но части сложного предложения нужно разделять запятой. Следующее предложение. Наберешь лесных цветов и возвращаешься домой. Наберешь лесных цветов и возвращаешься домой. Домой. Конец предложения. Наберешь лесных цветов и возвращаешься домой. Мы с вами написали весь текст диктанта. Вы сейчас можете поставить ролик на паузу и проверить весь диктант, сравнить мое написание и ваше написание. Если нужно, исправить ошибки. Если нужно, переписать весь диктант. И сейчас мы с вами выполним еще два задания к этому диктанту. Первое задание. Найди в тексте сложное предложение. Выпиши это предложение, графически докажи свой выбор. Сложное предложение – это значит несколько грамматических основ. Давайте напишем с вами вот это предложение. То сыч прокричит, то кукушка закукует, то лягушки заквакают на болоте. Записываем. То сыч прокричит. То кукушка закукует, то лягушки заквакают. На болоте. И графически нужно доказать свой выбор. Кто сыч? Сыч что делает? Прокричит. Первая грамматическая основа. Кто кукушка? Кукушка что делает? Закукует. Вторая грамматическая основа. Кто лягушки? Лягушки что сделают? Заквакают. Третья грамматическая основа. Мы нашли в тексте сложное предложение, выписали его и графически доказали свой выбор. Третье задание. Выпиши из текста предложение второе. Когда считаете предложение, название не считайте. Первое предложение, второе предложение. Ты идешь по тропке, любуешься красотой, слушаешь замечательные звуки. Записываем. Ты идешь по тропке,
любуешься красотой. Слушаешь замечательные звуки. Выписали второе предложение. Нужно подчеркнуть в нем грамматическую основу. Кто ты? Это подлежащее подчеркиваем одной чертой. Ты что делаешь? Идешь, сказуемое. Ты еще что делаешь? Любуешься. Что ты еще делаешь? Слушаешь. Грамматическая основа. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. Ты – это местоимение. Идешь – глагол. По – это предлог. Тропки – существительное. Любуешься – глагол. Красотой – существительное. Слушаешь – глагол. Замечательные – это прилагательное. Звуки – существительное. Все. Сегодня мы с вами написали текст диктанта и выполнили два задания к нему. Работали по 11-му варианту из пособия, в котором 25 вариантов. Следующее занятие будет полный разбор заданий части 2 с 4 по 15 упражнение. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Пишите комментарии, ставьте лайки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья. До новых встреч!